Всем доброе утро еще, наверное, добрый день в Москве. Меня зовут Коноплева Наталья. Я являюсь линк-менеджером марки Clarins, и я рада сегодня участвовать в марафоне «Движение против БАС» в поддержку людей с БАС, тех, кого болезнь лишает движения. И этот марафон, он как раз-таки посвящен движению, и мы все за эти 2 месяца, вот я живу в Новосибирске, у нас еще карантин не закончился, за эти месяцы мы учили это правильное выражение, что движение – это жизнь. Я представляю французский бренд Clarins, который посвящен красоте женского тела, красоте женской кожи. И, скажем, мое выступление, оно как раз посвящено движениям красоты. Более 65 лет назад наша марка была создана ученым-физиотерапевтом, и уже тогда наш врач говорил о том, что красота кожи – это не только то, что вы наносите на свою кожу. Красота кожи – это обязательно то, как вы делаете это, как вы наносите те средства, которые ухаживают за вами. И поэтому, скажем так, эти методы нанесения разработаны для Института красоты, как и тогда, 65 лет назад, так и сейчас использовались и с успехом пользуются не только нашими бьюти-терапевтами в Институтах красоты, в СПА, но также и мы предлагаем каждой девушке, каждой женщине, которая прикасается к нашим продуктам, использовать данные методы для того, чтобы увидеть как можно скорее результат. Все секреты кроются на кончиках ваших пальцев, поэтому если кто-то смотрит меня сейчас и хочет уже сейчас научиться тем нехитрым приемам красоты, я вам предлагаю вместе со мной подключиться к вот таким движениям красоты. Но предположим, что у вас есть какой-то продукт, у меня совершенно случайно есть такой, это наша легендарная сыворотка, и вы можете взять любой продукт или даже попробовать без него. Вы наносите набираете небольшое количество средства, разогреваете его в ладонях. Обязательно средство должно быть подготовлено и согрето. И приступаете вот этим самым действием красоты. Вы мягко прикасаетесь к своей коже, своими ладошками. Ученые, создающие наши текстуры, говорят, что руки – это самый лучший инструмент, который может помочь вам ухаживать за вашей кожей. Дальше вы проходитесь по лицу и обязательно зоне декольте. На нашей коже располагается большое количество лимфатических и кровеносных сосудов. И от того, как движется жидкость по этим сосудам, зависит от как выглядит наша кожа, насколько она сияющая, подтянутая, упругая, выглядит здоровой. После того, как вы распределили текстуру по лицу, вы еще раз прикасаетесь, но более такими уже интенсивными движениями к своей коже, слегка надавливая и двигаясь от середины к краям. Заодно проводите инспекцию, все ли у вас хорошо, все ли в порядке. И тем самым такие нехитрые движения позволяют вам подтянуть овал лица, создать упругий и такой подтянутый силуэт вашей кожи. Эти движения вы проделываете неспешно, как будто музыка, как будто бы вы танцуете внутри себя и тем самым создаете красивое, ежедневно подтянутое лицо. Если вы наносите несколько продуктов, то такую процедуру вы проделываете с каждой текстурой и утром, и вечером, и получается у вас такой массаж ежедневный и нескончаемый, очень легкий и простой. В институтах красоты наши бьюти-терапевты, они выполняют много движений. Одна процедура для тела включает в себя более 200 различных движений, и это дает свой результат. Для лица еще больше. В домашних условиях вы используете то, что показала вам я. Если же вы хотите, да, скажем так, чуть больше усилий приложить к уходу за своей кожей, сейчас есть снова модное такое течение, очень много разных тренеров и приемов по фейс-фитнесу. Это когда прорабатываются более глубокие слои кожи, интенсивно прорабатываются какие-то точки кожи.
Клоранс, этому тоже есть ответ, и вы можете заняться фейс-фитнесом, если у вас есть на 2 минуты больше обычного для ухода за вашей кожей. Вам понадобится средство, которое моделирует овал лица, либо средство, та же сыворотка Double Serum, которую я вам показывала. Вы опять же наносите средство на область лица и шеи, распределяете, и потом вы задерживаетесь, опираясь вот таким участком на нашем запястье и нашей ладонью, опираетесь на определенные лимфатические точки нашего лица, отвечающие за сбор и выведение ненужной жидкости и отработанных, скажем так, токсинов клеток нашей кожи. Поэтому вы разогрели, распределили по своей коже, и потом на счет 10 на каждом участке вы задерживаетесь для того, чтобы улучшить лимфоток и кровообращение. Раз, два, три, четыре, 10. Потом на область ниже вокруг глаз, ниже глаз еще 10. И продвигаетесь к лимфатическим узлам наших висков. Затем вы прорабатываете полностью область лица, надавливая мягко на 10 секунд. Потом вы складываете пальчики ножничками и прикладываете к часть пальцев перед ушком, часть, один, вернее, пальчик за ушком. Таким образом обхватываете овал лица и делаете, моделируете овал лица, способствуете его похудению. Прижимаете на 10. Дальше складываете ручки в кулачки не для того, чтобы побоксоваться, а для того, чтобы справиться со вторым подбородком. И еще задерживаетесь на 10, и затем проводите легкую дыхательную гимнастику, которая также поможет вывести токсины. Нащупываете у себя ключицы, и над ними есть такие впадинки. Там тоже есть достаточно крупные лимфатические сосуды. И что вам нужно сделать, это подышать и на выдох нажимаете над ключицами. Вдохнули, выдохнули. Вдохнули, выдохнули. Такая техника позволяет быстро справляться с отеками, ненужными какими-то объемами в области лица. И, безусловно, выполняя и повторяя это каждый день, вы добиваетесь результата. Я хочу сказать, что марка Клоранс уникальна тем, что каждый продукт она сопровождает вот такими инструкциями и как правильно выполнять эти движения красоты. Главное – это получать удовольствие от того, что вы делаете, знать, к какой вы цели идете и, скажем так, максимально верить в достижение своего результата. На этом я хочу закончить свое выступление. И хочу поблагодарить, если есть кого-то, не знаю, есть ли вопросы, да, возможно, можно задавать. Я хочу поблагодарить всех, кто смотрел меня сегодня и смотрит этот марафон. И не забывайте, пожалуйста, отмечать своими лайками и комментариями все, что вы видите, и переходить по ссылке в описании. И сегодня, конечно, каждый вклад, каждый ваш голос и каждое даже небольшое пожертвование, оно очень важно для нас, потому что наша общая цель – это собрать как можно больше денежных средств. Вот вы видите на экранах количество уже собранных денег. Я благодарю всех, кто присоединяется к этой акции, потому что это наш общий вклад в работу единственного в России центра по поддержке людей с данным заболеванием. Я благодарю вас, искренне желаю всем здоровья и совершайте каждый день те движения, которые приведут вас к красоте. Спасибо за внимание.